В Славянском районе продолжаются работы по устранению последствий аномального снегопада. Из-за потепления погоды началось обильное таяние снега, вызвавшее подтопление территорий. На откачке воды задействовано 10 осенизаторских машин, мотопомпы. Привлечено 2 машины пожарной части. Работает передвижная насосная станция. Функционируют все стационарные. Воду отводят из основных магистральных каналов, чтобы снизить нагрузку на ливнестоки. Кроме этого, ведется откачка воды из переполненного озера для понижения его уровня, что даст возможность дополнительному оттоку воды. Славянский район продолжает жить в условиях чрезвычайной ситуации. Таяние снега вызвало многочисленные подтопления территорий. Обстановку усугубляет подъем подпочвенных вод. Наиболее сложное положение на сегодняшний день складывается в городе. В зоне подтопления оказались более 100 дворов. В откачке воды задействованы все силы и средства. Работы ведутся круглосуточно. Работаем, качаем, откачиваем, где чистим. Где заторы, снег тоже, где снег, там заторы в ливневках. Вот бегают люди, осы очищают, Вот на вчерашний день у нас работало и сегодня работает 10 ас-машин. Сейчас вот поднимаем еще 2 пожарки работало, СНП у нас работает, основные магистральные каналы мы скачиваем. Ну вот сейчас проблема стала в том, что у нас уже поднялся уровень воды и в озерах наших. Вот те водоприемники, куда вода естественным путем собиралась. Вот сейчас туда устанавливаем большие насосные станции и будем воду скачивать. Ну, жителей мы не бросаем. Каждому уделяем обязательно какое-то внимание. Где-то бочка, где-то насос. Сложная ситуация с подтоплениями находится на постоянном контроле главы района. Роман Синеговский ежедневно совместно с главой города и специалистами жилищно-коммунального хозяйства проводит выезды на проблемные участки, чтобы на месте оценить ситуацию, пообщаться с жителями и оказать всю возможную помощь. Администрация края выделила нашему муниципалитету 3 пожарных машины, которые будут помогать справиться с непростой ситуацией. На горячую линию администрации района и единую диспетчерскую службу 112 поступают десятки заявок от жителей. Все они обрабатываются и передаются в округа города для оказания помощи в порядке очереди. Из-за огромного объема работ на одном адресе порой приходится работать по несколько часов, не получается одновременно выехать по всем обращениям. Но делается все, чтобы ни одна заявка не осталась без внимания и славянцам была оказана самая действенная помощь. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».